Знакомьтесь, это Карина, моя лучшая подруга. Теперь она будет учиться с нами. Кому-то ты так много пишешь? Неважно. В смысле, неважно? Это секрет. Так будет намного интересней. Ты кто такая? Меня зовут Яна, приятно познакомиться. Я так не думаю. Может быть, на пиццу? И Германа позовем? В смысле, зачем? Ну, чтобы я там с ним познакомилась. Он сегодня занят, а познакомимся завтра в школе. Хорошо, так будет намного лучше. Валентинка, ну, ладно. Лиза, моя подруга, но ты мне нравишься. Карина, ого, вот это капец. Конечно, я. А ты кого ждала? Да так, неважно. А ну рассказывай, чего так вдруг нарядилась? Да ничего я не нарядилась. Как всегда. Пацаны, что кто идет сегодня на футбольное поле? Ну, я. Я хочу. А кто? Знаешь, так вот оно в чем дело. Тебе нравится Остап? Нет, с чего ты взяла? Нет. А вот и да. А вот и нет. А вот и да. А вот и нет. А вот и да. Да нет. Вот и да. Вот и нет. А вот и да. Что? И вы знаете? Что знаем? Что у Кости новая девушка? А ну-ка поподробней. Я вчера их в пиццерии встретила. Ну и что? Мне все равно. Ага, расскажи мне, как тебе все равно. Это наше чувство. Вау, ты очень круто поешь. Ребята, вы слышите, как Яна классно поет? Да, очень круто. Ты молодец. Спасибо. И что с того? Петь может каждый. В этом ничего такого нет. Да, например, ты. Влада, как насчет спеть нам что-то? Легко. Только не это. Я не переношу эти ваши все песни. Ребята, у меня для вас есть просто супер новость. Мы в восторге от того, как поет Яна. И поэтому мы решили создать свою группу. Карина. Да, мы решили создать свою девчачью группу. Круто, только я петь не очень люблю. Да, у нас есть уже пару песен. Карина пишет музыку, я слова, а Яна помогает нам с вокалом. И должна сказать, что Лиза с Кариной просто невероятно круто поют. Боже, какая радость. Нам только этого сейчас не хватало. О, а я на клавишах умею играть. Ну, круто. Давай с нами. Влада, не расстраивайся, у каждого есть свой талант. Кто-то рожден для искусства, а кто-то, ну, хоть какая-то ж польза есть от тебя. Я тебя последний раз предупреждаю. Завязывай с этим, иначе... А иначе что? Увидишь. Так, ребята, тишина. Всем добрый день. Достаем свои учебники и записываем тему сегодняшнего занятия. Гуляли, не общались. Да, ты права, нам нужно куда-то сходить. Правда, у нас сегодня репетиции и завтра. Ну да, я понимаю, новые хобби, новые друзья. Ну, друзья, кстати, не новые, я вот с Кариной с детства дружу. И как тебе? Что как? Ну, то, что ты с Кариной сейчас учишься в одном классе там. Отлично, а могло быть иначе? Ну, не знаю, Карина достаточно неоднозначная девочка. Ты что-то знаешь?
Лиза моя подруга, но ты мне нравишься. Карина. Ого, вот это капец. Да нет, забудь. Даш. Просто я бы на твоем месте была бы поосторожней. Поосторожней с чем? А, Даша как раз мне рассказывала про новую пиццерию и говорит быть осторожнее, чтобы не съесть три пиццы за раз, потому что они очень-очень вкусные. Вот как? Ну да. Может быть, сегодня куда-то втроем сходим? Лиза, у нас же репетиция. Так до репетиции, мы быстро, мы успеем. Ну, я пас, у меня дела, но ты, Лиз, все-таки будь поосторожнее. Хорошо, буду. Лиза, мы тут с Яной придумали кое-что для припева. Пошли в коридор. Ой, класс, я так хочу это увидеть. Маш, идем с нами? Да, давайте. Ой, как это мило. И не говори. А я скучаю за старой Лизой. Да не парься ты. Эти новенькие как внезапно приходят, так и уходят. А ты откуда знаешь? Поверь мне. Лада, ты что-то опять задумала? Может и так. А ну, быстро рассказывай. Да, я тоже в деле. Лия, а где Герман? Не знаю, ничего не знаю. С этого момента поподробнее. Я же сказала, что ничего не знаю. Да, Илья, врать ты не умеешь. Рассказывай. Ладно, ребят, только пообещайте, что вы никому не скажете. Да никому! Рассказывай уже. Ого, красавчик. Ничего себе. Вот это новость. Да тихо ты. Только, ребята, никому ни слова, вы же пообещали. Разве я могу рассказать такую новость кому-то? Да ну, Вова! Да шучу. Никому не скажу. Кстати, для вас у меня есть тоже новость. Хах, внимательно слушаем. Помните, девчонки валентинки писали? Смотрите, что у меня есть. А ну-ка. Ого, ничего себе. Нормально. Что это такое? Ты сам написал? Ну да, конечно. Да, насмешил. Вы что, не видите? Это не мой почерк. Тут написано, что я самый крутой парень в классе. Ну да. Можете даже не стараться. Вам до меня далеко. Во, что за бред? Не бред, а коллективное мнение. Ну да, конечно. Давайте тогда лучше спросим коллектив. Даша, Кристина. Ах. Девчонки, идите сюда. А мы на стиле. Даже не думай что-то отменять, у нас все остается в силе. Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать, а мы девчонки, на стиле. Сюда. Пойдемте, нас зовут. А что ему опять надо? Господи. В чем дело, Дима? Вова тут валентинку получил. А, точно, мы забыли про валентинки. Сейчас прочитаю свою. А я даже не помню, куда я свою положил. А нет, помню. Став, я давно хотела тебе сказать, что ты мне нравишься и... А, глупость какая-то. О, вот и моя. Нет уж, вслух я это читать точно не буду. Кто помнит, в каком классе у нас следующий урок? Ну вот, Яна, я же тебе говорила, что будет очень весело. А Лиза точно ничего не знает? Конечно же нет. Вот и чудно. Я слышала.
Карина моя подруга, я знаю ее с детского садика, не выдумывай. Да я правду тебе говорю, я слышала. Может быть, тебе что-то послышалось? Да я точно слышала, вот своими ушами только что. И что ты слышала? Ничего. Ты уверена? Уверена. А почему быть не уверенным? Нет, вот это вообще не надо. Девочки, успокойтесь. Остап, хватит строить из себя джентльмена, мы уже видели твое настоящее лицо. Ты о чем? Как ты с Машей, точнее, с ее Валентинкой поступил. Это же был секрет. Ты вообще язык за зубами держать умеешь? Да ладно тебе секрет, Маша. Там Илья такую новость рассказал. Вы знаете, что Германа хотят переводить? Из-за того, что они с Лизой... Замолчи! Ни дня без того, чтобы никто не поссорился, не соврал, не обидел кого-нибудь. Неужели нельзя жить мирно? Почему я сейчас не уверена даже в своих лучших друзьях? 90% конфликтов в нашем классе из-за Влады. Значит, нужно ее просто обезвредить. И кажется, я знаю как.